30-летний юбилей со дня создания отметило Управление Федерального казначейства Еврейской автономной области. Торжественное собрание, посвященное годовщине, прошло в правительстве региона. Приказом министра финансов России от 14 февраля 1994 года начальником Управления Федерального казначейства по ЕАО назначена Окунева Татьяна Владимировна. Этот день принято считать днем образования органов Федерального казначейства в нашей области. С этого момента главной задачей ведомства является учет доходов и расходов федерального бюджета. Все эти три десятилетия наше управление, как и вся структура органов федерального казначейства, совершенствовалась и динамично развивалась. Сферу нашей деятельности включаются все новые и новые функции, реализация которых расширяет роль управления в социально-экономическом развитии нашей области. Поздравил с юбилеем сотрудников казначейства и губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн. Кроме исполнения служебных обязанностей, виновники торжества и их семьи оказывали также большую помощь участникам специальной военной операции. За большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения на территории автономии глава региона наградил руководителя областного управления федерального казначейства Заурбека Альбекова медалью «Доброволец ЕАО», а также поблагодарил сотрудников за их профессиональный и самоотверженный труд. Спасибо за вашу работу, потому что порой и 31 декабря до позднего вечера вы осуществляете проводки, чтобы мы смогли завершить проекты, отчитаться перед федеральным руководством. И как Заурбек Адамович сказал, что мы уже последние два года входим в топ лучших субъектов по освоению федеральных денежных средств. Спасибо вам за это. Присоединились к поздравлениям и представители Федерального казначейства, Законодательного собрания ЕАО, силовых и правоохранительных ведомств региона. В благодарность за плодотворное межведомственное сотрудничество они были отмечены медалями за содействие. Наградили и особо отличившихся на службе сотрудников ведомства. Нагрудные знаки, медали, почетные грамоты и благодарности вручили более 20 специалистам Управления Федерального казначейства ЕАО. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21.